Около 140 ракет были выпущены за последние сутки по Израилю и сектору Газа. В свою очередь, Цахал нанес удары по нескольким пусковым установкам «Хамас». В результате одного из них уничтожен противотанковый ракетный комплекс. По данным Минздрава анклава, число жертв среди палестинцев достигло 122, из них 32 несовершеннолетние. В городе Бейт-Лахия похоронили 4 детей в возрасте от 2 до 7 лет. Они погибли в результате ночного авиаудара. В ООН бьют тревогу из-за обострения конфликта и заявляют о риске гуманитарного кризиса. «Мы обеспокоены продолжающейся эскалацией насилия на оккупированной палестинской территории и в Израиле. Число жертв продолжает расти с обеих сторон. В секторе Газа, где проживают около 2 миллионов палестинцев, боевые действия привели к ограничению доступа к воде, системе канализации, услугам здравоохранения и средствам для борьбы с коронавирусом». Повреждение водоочистных сооружений на севере Газы уже привело к тому, что 250 тысяч человек остались без питьевой воды. В надежде спастись от ракетных ударов, сотни палестинских семей ищут убежище в зданиях местных школ. «Мы открыли двери школы и спрятались в ней. Мы остались без крова, мы не знаем, куда идти. Со вчерашнего дня дети ничего не ели, нет матрасов, спать негде. И все это на фоне вызванного коронавирусом кризиса. Мы не знаем, принимать ли меры предосторожности против коронавируса или против ракет». Продолжаются стычки и на земле. В городах Хеврон и Калькилия на западном берегу реки Иордан палестинцы забрасывали израильскую полицию камнями. Правоохранители пустили в ход резиновые пули. Столкновения произошли и на границе с Ливаном. Израиль продолжит действовать для самозащиты от террористов, которые обстреливают ракетами города, прячась за гражданским населением, заявил между тем премьер-министр Биньямин Нетаньяху.